Приветики! Мы снова на ферме слаймов. Блин, я уже задолбался это говорить. Мы снова. Приветики! Сегодня у нас с тобой на ферме куча дел. Во-первых, я бомбанул наконец-таки всех гордов за пределем запределья. Два последних это были радиоактивный гордо и квантовый гордо. И у меня теперь есть два ключа. И эти два ключа нам сегодня пригодятся. Ты увидишь, куда мы попадем. Ну и также мы сегодня будем разговаривать по скайпу. Давай же уже начнем. Звонок. Так, Огден Ортис и Тара Вест. Вот я с Тара Вест еще давно не разговаривал. Выручи меня, и я прослежу, чтобы ты получила, что тебе причитается. Ой, бабушка, миленькая, спасибо. Выручи тебя, конечно. Око-око, сейчас. И мятная манго. Бабуль, я тебе принес. Смотри, вот мятная манго, держи. О, приборщил. И око-око, пожалуйста. Так. Воу, спасибо тебе, но у меня своего добра хватает. Ладно, это я заберу. И это все надо пропылесосить здесь. Намусорили, как обычно мне. Каждый разговор заканчивается мусоркой. Тут разводят мне вообще черти что. Медовый плорт, пойду-ка я его продам. А, кстати, да, я совсем забыл показать, смотри. Я прикупил еще один трофей, теперь у меня тут два колобка, один на другом сидит. Вот. И также я еще установил возле лаборатории несколько... Вот, смотри, это, короче, пасека, это у нас насос, а это у нас бур. Через 3 минуты посмотрим, что они добудут. Да, кстати, нужно еще забежать в свою коморочку, там у нас есть классненький апгрейд. Сейчас премиальный клуб, вот он. Сапоги сверхскороходы, и давай же покупаем. Оу. Эскиз ловушки гордо для профессионалов, у меня следующий этап. И расширитель отсека ультра. Блин, я так хочу расширитель отсека. Ай-яй-яй-яй, 60 тысяч надо где-то набрать. Ладно, будем копить. Ну-ка проверим свои сапоги-скороходы. Ну, чё-то как-то, слушай, разницы я не вижу вообще. Ну, разве что они, может, стали меньше потреблять энергии. Не знаю, короче, вот. Так, скайп у нас не скайпится. Тогда пойдем используем один ключик. Сейчас покажу еще одно местечко с башней и телепортом. В общем, нам нужно сейчас с тобой телепортнуться вон на тот остров. Портируемся. Вот так. И теперь нужно взобраться на самую верхнюю точку, вон туда. Ну, вот мы и пришли, смотри. Здесь у нас есть еще одна башня и телепорт, как в прошлый раз. Только в прошлый раз мы зашли, и там было куча золотых слаймиков. Ну, сейчас посмотрим, что у нас здесь будет. А, погоди, а вдруг там тоже золотые слаймики? Нужно что-нибудь взять с собой, типа популять в них. Сейчас, надо собрать пого-фрукты. Ну все, я готов, я запасся, погнали! Так. Табличка стоит, смотри, там сейчас будет очень опасно. Так, тогда я переключусь на воду и настрою лазер-пушку. Все работает, готов открыть эти воротца. Понеслась жара. Ну-ка, выходи, злый день. Кто здесь есть? Пока тишина. Пока никого. Там есть рычажок, смотри-ка. Опять эти контейнеры. Их здесь фигово туча опять. Так, ладненько. Можно нажать на кнопочку. Я чую, что это ловуха. Если я сейчас ее нажму, то мне будет капец. Капец-капецкий. Ладно. Чё уж делать, нажимаем. Индиана Джонс, блин. Или Том Брейдер. Так, я что-то сделал. Ой, ребятули. Зря я, походу, это сделал. А я тут ничего больше не... Сколько их здесь? Ай, ты посмотри, сколько здесь. Какой-то огромный тайник. Ой, мамочки. Блин, ребят, давайте я вас покормлю, и вы мне дадите здесь спокойненько побродить. Да, вот. Кушайте. Блин, я тут много пого-фруктов притащил, так что ешьте. Давайте, становитесь добряшечками. Ну, вроде бы все. Всех раскормил. И вроде бы... А сверху, вон там вот... Непонятно, туда можно вообще взобраться или нет? Хм, давай-ка попробуем. Только я сперва нажму на рычаг еще раз. Все понятно. Фальс-потолок был. Угу. В общем, ясно. Это огроменный тайник с сокровищницами. Нужно будет потом сюда прибежать. Вот, но пока возвращаемся домой. О, как раз скайп заработал. Смотри, давай-ка позвоним, узнаем, кому там что нужно. О, Виктор Хамфрис. Я с ним еще ни разу не разговаривал. Ну и Боб, естественно. Ладно, Боб, ты подождешь. А вот Виктор Хамфрис, здорово.
Ты когда-нибудь видел тигра Джанго? Конечно, нет. Ты можешь его только слышать. Прости, я пошутил. Шутник, блин. А, тебе нужно слаймов притащить, да? Ну ладно, это неплохо. За 20 минут... О, я все побежал. Вон котеич. Эх, плорт съел. Засранец. Так, забираем. Есть один котейский. Еще миуровых. Идите ко мне сюда. Скорей, иди сюда ко мне. Бабах, ловись. И тебя возьму, и тебя соберу. Так, вот розовых мне спасибо не надо. Розовые прочь. Радиоактивные ко мне. Нужно тоже несколько штучек набрать радиоактивных. Воу, тихо, не надо меня своей радиацией заражать. Фух, вроде успел. По 5 штук же тебе надо было. Блин, бабах одного не хватает. Ладно, держи. Сейчас еще за одним забабахом. Ой. Перебор. Сейчас еще за одним забабахом. Блин, они весь монитор уляпали. Фу, блин. И на тебе. Так, стопы. Все, я принес бабах последний. О! Нормальный чувак, никаких овощей и фруктов, просто дал плорты. Красава! По скайпу снова тишина, тогда мы идем использовать последний ключ. Ну вот мы почти и дошли. Вот она, последняя третья башня. Больше таких нету. Ну что, заходим. Опа. Так. Ничего здесь в округе нету интересного? Нету. Открываем ворота. И кто же нас там ждет? Тоже. Да блин, ну нет. Снова эти тайники. Эх. А я их открывать не могу. Вот же ж я, ну просто. Я себя чувствую каким-то лузером. Просто пипец. Ладно, надеюсь, вскоре я их научусь открывать. Но пока возвращаемся на базу. Я уж было уходил, и чё-то меня решил потянуть обратно. И знаешь что, мне кажется, что здесь не может быть просто одна вот эта сокровищница. Учитывая, что в прошлых там их было куча. Мне кажется, что что-то здесь не так. Давай-ка все хорошо. Да, вот он и ты где спрятался. С другой стороны тоже есть? Нет, только с этой. Давай-ка его активируем. Ага, потайная дверь. Я так и чувствовал. Так, и там ничего не открылось у нас. Нет, здесь ничего не открылось. Пойдем-ка посмотрим, что у нас тут есть. Да. Куча сокровищниц. Все ясно. Интересно, здесь вылетят какие-нибудь золотые слаймы, в которых я смогу пострелять и получить золотые плорты. Нет. К сожалению, нет. Просто огромное количество сокровищниц. Я как бы все понял. Окей. Я пошел домой. Ну вот, я вернулся домой. Пойдем-ка посмотрим, что там у нас. Насосы накачали, буры набурили, а пчелки натаскали. Так, значит... Активировать. Ну, в принципе, неплохо, да? Да, в принципе, неплохо. Опа! А, ну королевское желе у меня уже было. Ну что ж, мы уже накопили достаточно ресурсов в лаборатории, давай уже попробуем что-нибудь изобрести. Техническо, так. Медпункт мне нафиг не сдался, водопушка тоже не сдалась, колокольчик, укротитель нафиг не сдался. А вот ловушка, город для начинающих, я бы ее сделал. Ну, давай не будем торопиться и посмотрим лучше, что мы еще можем сделать. Телепорты не могу. Хранилище мне нафиг не сдались. Так, коллектор перерабатывающего завода неинтересно. А вот коллектор плорта маркетов я бы еще один сделал. В плане декора мне что-то как-то ничего не хочется делать. И вот любопытное. Кольцо для слайма Бола. Не хватает желеобразных камней. Миуровый плор достать, в принципе, просто. Почетное место слайма номер один. Ну, как неинтересно. А вот и капсулы у меня недавно появились. Это то есть я могу украшать своих слаймиков. Но ресурсов у меня, к сожалению, на это не хватает. Поэтому я делаю ловушку для города для начинающих. Изготовить. Огонь. Ловушка есть. Пойдем ее ставить. А, кстати, кого ловить-то будем? Кого ловить? Я даже не знаю, кого ловить-то надо. Так, ловушечку я сейчас размещу. Давай вот прям вот здесь. Ловушечка где-то у меня. Установить. Вот такая вот ловушечка. И сюда нужно положить какой-нибудь овощ. Любимый овощ. Определенного слайма. Давай посмотрим, какие слаймы что у нас любят. Какого бы города поймать? А может быть, вара поймать? Смотри, у него любимая еда — это хозяева ранчо. Интересно, если я встану на ловушку, у меня реально тут вар появится. Так, встал на ловушку. Ждем вара.
Вар, ты где? Сейчас как с неба он оттуда как плюхнется на меня и сожрет. Да не, мне кажется, так не прокатит. Давай посмотрим какого-нибудь другого. Слайма? Знаю, знаю, что вы бы сейчас не посоветовали ловить золотого горда, но, к сожалению, у меня нету его любимой еды. Там какой-то имбирь, золотой имбирь, по-моему, надо найти, но у меня его нету, я его еще пока не нашел. И фиг его знает, где искать. Вот. А пока что я поймаю квантового горда. Квантовый горд мне очень понравился, поэтому вот. Все, ловим на фазовый лимон, ловим квантового горда. А потом поймаем охотничьего горда. Чего-то уже день прошел, никого и не поймал. Блин, может пойти поспать? Так лучше будет. Давай попробуем вздремнуть. Спать до утра. Так, возвращаемся на ранчо. Воу! Прикинь, поймался! Здорово, старина! Я на тебя сейчас попрыгаю. Вот так! Всегда мечтал о своем домашнем горде. Блин, может быть еще сделать этот, ловушку для горда и целую кучу горда здесь развести. Было бы круто. Ладно, пускай пока здесь тусует. Я потом на него капсулу какую-нибудь крутую сделаю и одену. Не хочу его бомбить. Пускай охраняет загоны вот этих слаймов. Слаймы! О, здесь тут это... Большой папка есть, вон, он будет за вами следить. Так что тут это, сильно не шалите. Пойдем-ка посмотрим, что там у нас наши насосы, пазики и бур накачали, наделали, набурили. Так, ребятульки, давайте вскрывайтесь. Ну-ка. О, сколько камней, здорово. Жалко только, что пазики уже все. Израсходовали свой запас. Так, посмотрим, что мы можем в лаборатории еще сделать. Но обязательно нам нужно восстановить... Пасеку, изготовить, насос, а миуровых не хватает, и бур, изготовить. А также, наконец, сделаю коллектор плорт-маркетов, еще одну штуку, изготовить. Вот, и коллектор этот я поставлю, где бы его поставить, а, наверное, вот сюда и поставлю. Те, где этот коллектор? Установить. Вот, ну и также сейчас установлю все свои насосы, пасеки и прочую борду. Бур установить. Насос установить. Пасеку установить. Ну вот. Все. Техработы закончены. Как же удобно сразу на районе иметь плорт-маркет. Так, кто это нам там по скайпу стучится? Сейчас посмотрим. Боб. Ну что ж, ладно, Боб, настала твоя очередь. Чё ты там хочешь? Что это такое? Боб, ты опять хочешь куриц? Ах ты, не наевшаяся слаймовая чучела. Ладно, сейчас я тебя покормлю. Так, что там тебе надо-то это? Одного кукарикона, обычный и каменистый. Все понял. Сейчас. Так, держи кукарикона. Держи три обычных и две каменистых. Спасибо, Боб. Ты так щедр. Опять это насвинячили мне. Ну что ж, на сегодня, думаю, все. Пора закругляться. Если тебе понравилось, то есть тебя лайкосик под видосик, комментосик, ну как по стариночке. Ну и не забудь подписаться, если еще не подписан, чтобы не пропустить нового крутого видосика. Ну а в качестве изюма я тебе скажу, что в следующей серии я буду искать золотой имбирь, или как оно там, ну чтобы для золотого города-то. И надеюсь, что мои поиски увенчаются успехом. Но это только в следующей серии. Все. Пока, тебе удачки и не скучай. Увидимся в новом видосике. Юху!